Всем привет, друзья, с вами Пип, и мы сегодня смотрим с вами игру Retail Company Simulator, но это теперь полная версия игры у нас, и что самое интересное, походу мы можем весь прогресс перенести с демки, которую мы пробовали. Давайте попробуем, может быть так и будет, потому что тут есть сразу активированная кнопка продолжить. Да, ребята, смотрите, реально магазин Пипа, и у меня все тут есть. Так, еще бы вспомнить, как что тут делать, но уже хорошо, что мы с вами можем не с нуля начинать, а именно продавать сразу то, что у нас уже есть. Это очень хорошо. Давайте, клиенты, заходите. А сколько у меня денег? $191. Давайте посмотрим, что мы можем. Рабочих. Мы же можем теперь нанимать рабочих. И у нас, в принципе, вообще все тут открыто. Рынок. Так, еще бы вспомнить, где тут что, расширение, банк, инвентарь, контракты. Контракты на 5-м уровне. У нас пока 3-й уровень. А что-то народу не... О, пошел народ. Немножечко пошел народ, это хорошо. Так, примерочная у нас есть. А что у нас может быть в украшениях есть? Мы можем... Блин, ничего пока не можем, потому что 3-й уровень. Чуть-чуть у нас осталось до того момента. Так, и я помню, что нам надо тут давать сдачу. 13 баксов. 37. Так. 35, 6, 7. А как мне? Я забыл как. А, вот, на пробел. Все. Вроде освоился. Клиент считает, что у розовой несправедливая цена. Да нормальная. Клиент считает розовой несправедливая цена. Так. Давайте. Так. Несправедливая цена. Установка цены. Так, прибыль. Стоимость 2. Давайте, ну, 5 сделаем. 6. 6. 9. 5. 14. Я даже не знаю, ну сколько, 3. Пусть будет 8. А тут 4, пусть будет 10. Нормально. Клиент ждет. Да я понимаю, что ты ждешь. Давай, футболка. А, ты карточка у нас вообще шикарно. Так. Что надо? 23. Утвердить. Следующий. Карточку сюда. 55. Подтвердить. Отлично, народ пошел. И все карточками расплачиваются. Это очень удобно. Так, кассиру бы еще нанять мне. Так, вот сдачу наличкой я не люблю давать. 19, да? 10, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие. Две футболки. Опять наличка. Так, 0. Хорошо, без сдачи. Молодец, опять наличка. 86. 57. 80, вот так, держи. Да что у вас сегодня? Все за наличку решили? Ваш магазин поднялся на новый уровень. Ну круто, и мы денег, кстати, заработали. Так, давай, карточка, и сколько у тебя? 22 бакса, утвердить. Так, отлично. У нас новый уровень. Да, в принципе, по запасам у нас вроде бы пока все есть. А, давайте, может быть, какое-нибудь украшение купим. Вот такую фигню. Просто куда-нибудь ее влепим. Украшение. Так. Бросить ящик нам не надо. Так, и... Да я даже не знаю, куда такую штуку-то поставить. Посередине зала. Вот, вот куда ее воткнуть? Вот давайте вот сюда вот. Просто пусть стоит. Красивая фиговина. Так, ты у нас карточкой оплачиваешь. 15 баксов. Спасибо. О, нифига себе набрал. Молодец. Да, цены опустили немножко и стало как-то получше. С клиентами меньше жалуются. Так, 30 баксов. 20. Все, спасибо. Смотрите, народу-то прибавляется. Так, но мне надо повышать ассортимент, наверное. И прибавить то, что уже есть. Так, а что у меня заканчивается? Да у меня пипец все заканчивается. Так, у меня синих. Так, коробку сейчас выкину.
А, или тут, где ее тут выкидывать-то? Так, ой, блин, сразу народ-то привалил. Так, ты наличкой, да? Тебе сдачи не надо. Ты у нас что, карточкой? 14 баксов, хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас заканчивается. Белые, розовые. Розовый футболок, да. Так, мы... Что можем заказать? А, во-первых, красные... Красные и желтые. Давайте закажем красных и желтых. Так, добавить в корзину. Добавить в корзину. Корзина, купить. Все. Отлично. Заказик приехал. Сейчас, минуточку, подождите. Я тут. Так, а поставить, бросить, опустить на Г. Во. Сейчас я быстренько, я еще тут пока разбираюсь в кнопках, потому что тяжело сходу с одного симулятора на другой постоянно переключаться не очень просто. Так, 10 баксов тебе, иди. Так, ты у нас карточкой, вообще молодец. 14, так, нет, сорян, 8, так, ccc, 8, извиняюсь. Так, ты, карточка у тебя десятка. Блин, раскупают. Все просто раскупают. Очень быстро. 7, 5, 6, 7. Блин, еще центы же. Вы видели, там лежат в кассе. То есть может такое быть, что... Так, а у меня... Ой-ой-ой, заканчивается товар это. Так, а что у меня закончилось? Желтый лонгсливы. Желтый лонгсливы. Корзину купить. Купить. Сейчас, секундочку. Секундочку. У меня тут как бы это... Запара. Запара, надо кассира ставить. Так, что тебе? Сдачи тебе не надо. О, сразу. Лонгсливов. Так, но 36, хорошо. Денежки-то идут. Конечно... Не так, как с моими прошлыми ценами, но, слушайте, все равно достаточно неплохо. Прибыль я имею. 44. Все. Иди отсюда. Так, что у нас заканчивается? Так, белая майка-борцовка, белая футболка. Белая майка-борцовка, белая футболка, белая майка-борцовка. 79 баксов, день закончился, блин. Ладно, давайте. Так, и что у нас? Баланс, ну, доход. Баланс минус 50. Опыт мы, конечно, получили, но единственное, что-то не особо у нас пока с прибылью. Ну, хотя мы купили эту самую. Так, это что у нас? Это вот сюда, по-моему, довешиваем. Пока сюда поставим. Так, это у нас что? Белая майка. Борцовка. Это стеллаж полон. Да я вижу, что он полон. Так, наверное, розовая. Еще. Брезная футболка. А что? Так, подождите. У нас же контракты есть. Нет, контракта мы на 4 уровне можем. А, у нас денег не хватает. Так, рабочие. Только на 7 уровне появится. Пакет для покупок. Нифига себе, за 1000 баксов мы можем новые пакеты тут приобретать. Планшет. На 20 уровне, ни хрена себе. Униформа. 500 баксов мы можем себя еще прокачать, хорошо. Стены. Блин, на это все денег просто нет. Украшения нет. Так, нам розовый надо. Вот это только было заказать. Сейчас быстренько и открываем магазин. Так, где доставка-то? Или чё? Или типа пока магазин открыт, мне не доставят? Или я не заказал? Корзину купить. Давайте. Вроде ассортимент весь более-менее есть. Так. Еще, конечно, можно синих. Давайте по доллару еще накинем. Наверное, надо по доллару накинуть. Так. 6, 7, 7, 10,
6, 15, 9, 11. 11, я говорю. Надеюсь, жаловаться сейчас не будут. Как будут жаловаться, мы будем опускать цены. До того момента, в принципе, можно нормально продавать. Все, народ попер. Давайте, набирайте. Так, вот эту штуку. Держите, чтобы нести. А я не хочу, если ее можешь просто... Это же свечка. Ее же нельзя поджечь никак. Просто типа стоит для украшения, я понял. Так, ну что, друзья. Давайте, энергичнее. Приносите мне денежек. Во, сразу. Молодец, мужик. На 24 бакса. О, по три вещи берут. Это хорошо. Так, сдачи не надо. Мне нравится, слушайте, когда они по три вещи-то берут. 27. И пока никто на цены не жаловался. Это чудесно. Наверное, можно даже еще потом цены будет поднимать. Будем, в общем, наблюдать, как у нас все происходит. Вроде запасы у меня еще никакие-никакие есть. Но, блин, вот те майки вообще прям разбирают очень быстро, к сожалению. Тут надо прям большой какой-то запас иметь. Так, что тебе, сдачу не надо? Дружище модный. Что тебе надо? Тебе тоже сдачу не надо. Так, давайте посмотрим. У нас проблема опять с белая майка-борцовка. Где у нас белая майка-борцовка? Белая майка-борцовка. Можем докинуть. Замечательно. Так, что ты уже ждешь? О, три футболки тоже. Молодец, 21 бакс. Блин, по три вещи реально берут, нифига, это классно. Мне нравится, 31 бакс. Утвердить. 217 баксов заработали, и у нас, в принципе, еще нормально так денежек. Так, 24 бакса. Хорошо. О, еще дамочка пришла. Так, куда? Ой, синие. Так, это у нас что? Это у нас получается бирюзовая. Бежевый свитшот, белая. Это что у нас? Розовая. А бирюзовых не осталось футбол? Бирюзовых футболок не осталось. Ё-моё. Ой, сразу дамочка тут забрала. 14, хорошо. Что, по две решили уже брать? Бирюзовые футболки надо заказать срочно. Где она? Корзина. 30 баксов. Давайте повесим быстренько. Нельзя, чтобы у нас заканчивалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, стопе. Что у нас тут заканчивается? Это желтая обрезная футболка. Желтая обрезная футболка. Их есть у меня много. Так. Айн момент. Иду обслуживать. Раз, два, три. Давай карточку свою. Опа, 23 бакса. Замечательно. Так, теперь у нас заканчиваются футболки с принтом птицы. Белая футболка. У меня нет такой футболки с принтом птицы. Так, 15 баксов. Так, 26. Футболка с принтом птицы. Быстренько надо купить пока. Блин, нифига они стоят-то нормально. Футболка с принтом птицы. Ну. Разный товар. Подожди. А, вот тут он был. Так. Кто там уже стоит? Три футболочки взял. Молодец. Так, сдачи тебе не надо. Две футболочки. Так. 3 бакса тебе. Ой. Раз, два, три. Так, эти 29, 25, 6, 7, 8, 9, иди. Одну футболку всего? Чё так мало-то? У нас акция. Возьми одну футболку. Я тебя заставлю купить еще одну. Так, а у нас закончились красные.
красные. Блин, очень быстро заканчиваются футболки. Так, розовые. Розовые у меня где-то были. Вот она, но тоже мало. Так, что у нас тут по наличию? Пока более-менее что-то есть. Надо как-то ставить вот так вот, чтобы я видел все названия. Иду, не ори. Хочу твои 88, 50, 60, 70, 8, 5, 6, 7, 8. На. Карты 25. Замечательно. Две футболочки, карточку. 16 есть. О, я тебя тут не видел, по-моему, в магазине. Так, магазин у нас все, день заканчивается. Все, последний клиент у меня. Ну, мы походу все равно еще в минусе, но пока держимся. Так, все. Закрываем день. И, во, в плюсе на 135 баксов мы. Это нормально. Переходим на следующий день. Так, надо что-то думать. Денег у нас мало. Так, во-первых, цены еще давайте еще на доллар поднимем. 7, 8, 10, 7, 16, 10, 12. Нормально. Прибыль будет. И смотрите, я хорошо, что цены ставлю. Нормально, мне... Я понял, почему. Так, куда ты? У меня еще половина. Так, розовые. Желтых. Подождите, желтых у меня нормально. Так, это у нас белая футболка. Белая футболка есть. Развесили. Ладно, остальное будем подкупать. Погнали. Че у нас тут мало? Но у нас красных нету. Давайте рынок красных закажем. 54 бакса. В принципе, нормально. Вытянем. Так, красные сюда. Кладем. Так, вот эти можно еще сюда развесить. Пусть висят, отлично. Пока у нас народ там думает, розовых у меня-то не осталось, что ли? А где розовый-то? Алло, две штуки только осталось. Это надо покупать. Ой, блин, 16 баксов всего-то. Фигня. Так, клиент стоит. Сейчас, подождите. Я ассортимент раскладываю. Так, давай карточку 44. Так, смотрите, пока никто тоже не жалуется. Это хорошо, 4 бакса тебе, 1, 2, 3, 4. Видите, я, короче, могу центами выдавать, но так как я ровные суммы ставлю, у меня сдача всегда ровная. Без копеек вот этих, без центов. Это очень... Ой, у меня свитшоты заканчиваются. Бежевый свитшот, это же бежевый свитшот, да. Это бежевый свитшот. Надо быстренько. Быстренько, там уже клиент стоит. Ждет две футболки, очень хочет. 80, 50, 60, 70, 80. Иди. О, разбирают. Куда вы столько? Это, конечно, хорошо, но мне непонятно. 50, 75. Куда в таких количествах одинаковые футболки они закупают? Так, ну пока все в наличии. Ага. Так, желтая обрезная футболка. У меня такой, по-моему, нету. Желтая обрезная футболка. Давайте купим. Желтую обрезанную.
Обрезная, обрезанная. Какая нахрен разница? Главное, чтоб брали. Где она у нас была-то? Ну берите. Я ж только что это самое. Повесил все. Так, с картинкой птицы давайте развесим. Дальше. Проверяем. Надо, чтобы все время все было так. Красные и бирюзовые быстро заканчиваются. Дружище, что у нас ты хочешь взять? Карточкой 28. Так, у нас нормально. 27. Давайте, мне за сегодня нужно еще прибыли. 30. Вот это хорошо, прям 30 баксов. 22, тоже неплохо. Да, будет прибыль за сегодня. Я, конечно, большую часть распродам. Но у меня, может быть, хватит даже контракт. Блин, 500 баксов и всего... Подпишите контракт за 400 баксов. Мы, кстати, можем вот это вот... Миранглер. Интересно, но мне надо, блин, же еще вешалку будет купить. 24, 20, 1, 2, 3, 4. Карточка и самая удобная, 30-очка. 18. Наличка у тебя 77,50. 75, 6, 7. Мне такое ощущение, что они больше сюда приходят ко мне бабки разменивать, чем... Почему так много задач-то им надо давать? 20, 10, 31. Все. Так, ну чё? Стены, пол, украшения, контракты. Подождите, рынок. Оснащение. Блин. Оснащение просто дорогущее, пипец. Давайте. За 100 баксов. Купим вот эту фигню, поставим новую. Надо просто понять. Ну, вот так же будет, наверное, стоять. Вот тут. У нас 69 баксов останется, чтобы купить новую поставку. Новых товаров. Так, ноль. Тебе не надо сдачу. Вон сразу еще один модник идет. Давай, дружище. Че у тебя там? 20 баксов. Хорошо. Так, ну и че? Контракт. 400 баксов. Голубая футболка. И премиальные джинсы Ранчер. Давайте смотреть, сколько это стоит. 55. О, мне хватает. На джинсы мне ни хрена не хватает. А вот голубая футболка. Это прям очень круто, наверное, будет. Только единственное. Мне надо ценник срочно на нее поставить, установить цены. Голубая футболка у нас будет пятнашку. 10 баксов на ценках. Я думаю, все равно разберут. Так. Премиальные джинсы Ранчер. Да нет у меня пока денег на премиальные джинсы Ранчер. Все хотят премиальные джинсы Ранчер. Теперь 76,50, 75,6. Иди отсюда. Так, ты что у нас, карточка хочешь? Давай карточкой. Футболку берите, синюю. Охренеть, у меня, блин, что-то заканчивается. Товар это так, бирюзовая. Бирюзовая, красная. Красных ни хрена не осталось. А где красная это была? О. Так. Красную выкинули. Давай, что там у тебя? Что набрал? Что красную? Синюю новую не взял. Я только, блин, контракт заключил. Так, все, типа день закончился, да? Так, голубая футболка. Голубая футболка вообще почти не осталась, нифига. Это не она? А, это не та, это как раз новая. Так, что у меня желтые? Давайте разложим то, что есть. Сюда чуть-чуть добавим. Это что у нас? Розовые. Розовые тоже мало. Все, коробку можно выкинуть. И это у нас майка-борцовка.
Майка борцовка тоже мало. Так, закупиться надо будет много, хотя у меня только 197 баксов. Так, минус на 198. Но это нормально пока. Мы, главное, вообще не в минусе. Так, что нам нужно закупить? Бирюзовую. Бежевый свитшот. Белая футболка. Футболка с принтом птицы. Так, футболка с принтом птицы. Белая футболка. Бирюзовая. Бежевый свитшот. Ага. И на что мне это все покупать? Свитшоты. Что-то дорого. Так, что-то с принтом птицы пока уберем. Потому что на все не хватает денег. Белая футболка. Просто белая футболка вот сюда. Будем ждать, пока их раскупят. А что еще делать? Так, а это у нас бирюзовые. Тоже нифига почти не осталось. Все, открываю, открываю магазин. Не орите там. Ну что ж, давайте посмотрим. А, бежевый свитшот. Да ты идите вы нахрен, но нет у меня денег. Сразу он зашел, и бежевый свитшот ему именно был нужен прям. Конечно. Да, у меня вот сейчас двух позиций нету, но ничего не поделать, зато у меня вон крутая. Миранглер. Офигенные футболки, идите сюда. По пятнашке всего. Что-то не хотят. Ну и не жаловались, кстати. Ни разу никто не пожаловался, что на Миранглер типа очень большая цена. Давай, бери синенькую. Синенькую бери, молодец, сразу. Или не взял он? Нет, не взял. Или взял, хрен его знает. Так. Покупатель не смог найти. Ну, не смог, и что теперь? Ну, нету у меня. Что я могу поделать? Сейчас вы вот купите немножечко. Я тогда смогу, может, прикупить. Так, пятый уровень. Это хорошо. Это просто замечательно. Но. Так. С принтом птицы. А сколько она? У меня 37, а не 48 стоит. Не, у меня денег не хватает. О, ты откуда из стены-то вышел, дружище? Фига себе. Бежевый свитшот. Да нету. Нету денежек пока. К сожалению. Будут денежки. Я вот специальную штуку красивую тут поставил, чтобы вам нравилось. За дорогие деньги. А вы что-то особо-то не идете. 8 баксов. Что-то ты продешевила, дамочка. Так, тебе сдача 25. 25. Иди отсюда. Премиальные джинсы. Да вы видели цену на эти премиальные джинсы ранчер? Я, конечно, понимаю, что там с них заработок совсем другой будет. Но, блин, все же... Стоят они прям, я бы сказал, тоже премиально для моего заработка. Я не потяну просто такое. Достаточно тяжело будет. Так, блин, одну футболку и чего? Еще 43 бакса. Ну, хоть синие футболки берут. Так, 77, 50, 75, 67. Так, 123 бакса у меня есть. Свитшот взять. Либо принт с птицами. Свитшот бежевый, его очень сильно хотят. 100, блин, 103 бакса. Пипец он. Забирайте нахрен свои бежевые свитшоты. Так, что у нас заканчивается? Да, блин. Да, не очень у меня клиентики что-то сегодня идут. Так, 3 бакса тебе надо. Раз, два, три, иди. Карточкой. Сколько там? 15. Окей. Карточкой. 24. Так, ну слушайте, мы, получается, еще все равно цены можем поднять. Установленная цена.
Так. Что это за значки? Вот что они обозначают? Типа опустить надо? 11. А, свитшот. Так, не. 12. Премиальные джинсы Ранчер пошли в задницу. Нету у меня их. Надоели своими джинсами Ранчер. 31, 20, 31. А, сколько тебе? А, тебе не надо вообще сдачу. А как мне ее отменить? Так, чтобы сдачу обратно. Да иди ты отсюда. Я забыл, как сдачу отменить. Чтобы получить сдачу обратно. А, ее надо разложить, оказывается, назад, прикиньте. Все. Попутал я немножко с деньгами, к сожалению. Так, тебе сдачи не надо. Вот, народ попер. Вы к вечеру, что ли, все начинаете идти? Будет вам Монклер 50. Или какие вы там джинсы хотели? Еще чуть-чуть, вот все нахрен распродам, и одни джинсы только буду продавать. Тогда посмотрим, как вы заговорите. А где наши любимые футболочки, которые мы ни хрена не брали, а теперь они резко вам все понадобились? Вот так будет. Так, 18, 10, 15, 16, 17, 18. Что-то только одну футболку, что ли? Так, 10. 233. Так, 233, хорошо. А джинсы стоят 192. Я купил гребаные джинсы, только мне их класть теперь некуда. $7. У меня даже стола под них нет. Я, интересно, их повесить-то могу? 12. Так, желтые. Закончились. Две последних давайте допродадим. Следующее. Это что у нас? Это бирюзовые. Бежевый свитшот. Докинули. Так, белая футболка. Докинули. Так, и это у нас отлично, это все выставили. О, стоит народ. Давай денежки. 80, 60, 82. 8. О, молодец, футболок набрал. Сколько тебе? 17. 10, 5, 17. Все, день закончился. И мы на $81 в минусе пока, но... Но-но-но, у нас теперь есть джинсы. И так. А, джинсы теперь никому не нужны. Я не успел посмотреть. Так, управление ценами. Вот, смотрите, у нас голубые футболки сегодня попрут. И желтая обрезная. Так, но мне надо по-хорошему... Так, они... Так, ярусный стеллаж. Что у нас можно? Товары. Так, подождите, товары. У нас джинсы, это... А как определить? А, ну это вешалка тоже, то есть... То есть мы можем... А, у нас минус? У нас минус? Ребята, у нас минус. Это офигеть. О, сразу влетело. Последнюю красную футболку. Премиальные джинсы. У меня есть премиальные джинсы. Но мне нужно $100, чтобы повесить их. И не буду другие забивать места. Давайте 40. $5 всего. Так, мне нужно срочно $100 под джинсы.
Они у меня уже есть, мне надо их просто тупо повесить. Блин. Катастрофически что-то мало денег все время. 31 бакс, хорошо. Не знаю, может цены еще поднять. Вот прям по одному. 8, 9, 9, 11, 8, 17, 11, 13, 16, 14. Вот так же нормально будет, я думаю. Не сильно они расстроятся. О! Так. Беру, беру, что вам надо. Беру вашу карточку, прикладываем 18 баксов. Гады успевают, конечно. Купить 76, 50, 75. Так, двадцатку еще, по-моему, 70. Так. Премиальные джинсы. Не смог найти. Так, 26. О, у меня хватает. Ребята, у меня хватает на стеллаж. Сейчас. Так, рынок, оснащение, такую же фигню, самую дешевую, позволить мы себе, соответственно, не можем, тупо, что-то покруче. Так, и джинсы вот сюда будут, вот тут стоять в уголке, вот так, сейчас подождите, сюрприз вам будет, кто не успел, тот лох, куча джинсов. Куча премиальных джинсов. Потратил все бабки на них. Так, $1 тебе всего. Тебе сдача 34. Вы офигели, блин, брать-то. Берете мало, блин. А всем сдачу такую отдай. Так, но у меня есть джинсы. Это хорошо. Так, это у нас джинсы. Бежевый свитшот. Особо не нужен. Белая футболка. Но можем белую футболку повесить. Коробку выкинуть. А, ну мы и бежевый свитшот можем повесить. Коробку выкинуть. Так, и это что у нас такое? Базовая бирюзовая. А где она у нас? Базовая бирюзовая. Где у меня базовая бирюзовая футболка? Вот это. Что я прям потерялся, забыл, как выглядит бирюзовый цвет. Ай, блин, подождите, я же на джинсы не поставлен. Не поставил джинсы, 13, блин, нет, нет. 13, 24, 26 баксов пусть будет. 13 баксов наценка. Сейчас же у меня все джинсы, блин, заберут. Ну, конечно. По 14 баксов взял, гаденыш, успел. Просто успел. Хрен с тобой, 27. Во, ты куда сразу 3-то? И все по 14. А, 58, 55, 6, 7, 8. Так, у меня типа джинсы все закончились, да? Так, подождите, а что у меня еще в корзине-то? 208. Почему 208 они стали стоить? Все они в цене подорожали. Я еще не каждый раз могу их себе позволить купить. 84,50. 84. 16. А, джинсы еще есть. О, уже по 26. Вот так надо. Те гаденыши успели просто схватить джинсы по дешевке. Так, и чё? А, 83,50. Да задолбали вы такие суммы требовать. 260, так, и джинсов у меня 0. Но я их могу взять. Теперь могу. 208. Типа, а заработаю я типа 260. Ой,
А, нифига, у меня же джинсов теперь до хрена. И так, чё? А, наверное, красных футболок давайте купим. 54 недостаточно, блин. 54 недостаточно. Синих я тоже не могу купить, очень дорого. Так, футболка с принтом птицы, еще дороже. 59. Так, мне надо одну продажу просто привести. Все нормально, ладно, пока справляемся. Футболка с изображением заката. Ничего не треснет. Даже без понятия, что вы хотите. О, нормально. Вот это я понимаю, 52 бакса сразу. Джинсики. Джинсики хорошо, 89,50. Так. Так, розовая футболка с изображением заката. Это вы о чем вообще? У меня такой футболки-то отродясь, по-моему, не было. 33, 20, 30, 1, 2, 3, пошел вон. Так, дамочка, что тебе? 4 бакса, 1, 2, 3, 4, иди. Футболка, карточкой, молодец, 11 баксов, все. Так, 177, джинсов у нас опять. А, нет, джинсов нормально. Так. Футболка с птичкой. Футболка с птицей. 50. День. Блин, день закончился. Ладно. Че, ребят, смотрите, на 62 бакса мы все-таки в плюсе. И я думаю, на сегодня мы с вами закончим. Отлично. Поработали. И дальше будем пробовать развивать магазин. Посмотрим. Нам до 7 уровня бы дойти, чтобы мы могли кассира поставить. И будет вообще кайф, мы хотя бы сможем нормально заниматься чем-то. Потому что сколько у нас, где у нас рабочие? 300 баксов, заработная плата 200, это на месяц или... А, 300 мы заплатим, еще 200, наверное, в месяц. Если в день, то это вообще... Так, рабочий процесс кладовщика... Вот это что такое? А, подождите, мне кассир нужен. Зачем мне кладовщик? Ну, короче, до этого еще нам дожить надо. Все, куда-то закрыто. И ты, пухляш, не надо все идти. Закрыто! Все, ребят, на этом сегодня все. Если понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.